наверное. Ага. Привет, друзья, мы тут. Мы идем. Сегодня у нас с сыном полудержечка. Сказал так вчера. Завтра ты попал. Я тебя тащу. Хочешь, не хочешь. ПВДшку, а то мы с тобой уже год не ходили. Ну ладно, брышу где-то с лета не ходили. Летом ходили? Да, ходили. Ну ладно, мы с летом не ходили. Что-то надо ж как-то. Еще такой выходной. У нас плюс 4 градуса, но так как солнце все время за тучами прячется, снег еще не ставил, поэтому можно спокойно не грязь не носить, а идти по снегу класс. Мне такая погода очень даже устраивает для погоды. Главное, сапогичек не промотаем. Поэтому я в обычных говнодав. В общем, кто любит душевные видео, так будем постараемся мы душевное снять. Но мы, у нас не цель сегодня снимать. Конечно, у меня маленькая цель есть, но сына, я с сыном просто мы вышли, да, на ПВДшку и собираемся как бы супчик сварить. Это наше вот такое для сугрева. В такую погоду в самый раз. Ну, в принципе, все, просто отдыхаем. Я хотел в одно место идти, но там, как я уже был, там охота, и я слышу, сегодня опять хлопают в той стороне, опять там охота, каждый выходной мужики там отдыхают по-своему. Мы сейчас идем в другое место, где-то как бы тоже дичь водится, но это самое, ну я не слышал, чтобы здесь стреляли, поэтому, наверное, сюда меньше ходят ленивые жопы, потому что им легче спуститься с города, и ближайшие там овражек, они уже стреляют фазанов, а мы сегодня идем подальше. Лед был, но уже оттаял. Сверху только маленькая пленочка льда. О, вот красотень, да? Ага. Вот единственная наша местная красотень. Поэтому надо сюда иногда ходить. Хотя бы сосновым воздухом подышать. Да? Рижий. Вот это прям так, прям подышать. Сразу к процедурам пошел. Ля, сосна, сидуха. Сова. Вообще огонь, слышишь? Вот там для меня ленивого, да, то бушкрафт, кресло там, строгать, мотать, что-то там. О, нашел вот такую сосну. Порядок. Вообще-то даже заснуть можно. Соснуть. Все, я застрял. Выключай. Вот так они. И подъезжали солдаты. И сюда. В 16-м году. О, да. Здесь стояло что-то тяжелое. А, да, вот прям по широте колес видно. А вон даже лян, дырки для пулеметов остались, короче, или что-то укрепление. Вот такие. И вон там трудовские туда, как мы уже вычислили. Карловка сюда. И за ней туда, в ту же направление, вон там Авдеевка. Ну, Донецк, он, Пески, в ту сторону, короче. Все видать. Вон еще окопчик видал. Да, обзор, конечно, отсюда прям большой. Нравится? А ты не хотел идти, говоришь, давай не так далеко. Далеко ушли, зато посмотрели. Боишься, все, сейчас как пожрем, да? Сразу силы появятся. Думал сократить дорогу, но видишь, какая фигня получается. У тебя сапоги к этому не придут. Значит, ну сейчас тебя перетащу. Сейчас я попробую, я пройду. Так, вроде бы. Так, вроде мне не заходит. Нормально. Сейчас. Поднимаемся, тут такая штука. Серьезно?
интересно. Кто это может быть? Выглядит это вот так вот. Ну, не знаю. Может быть, змея. Не, ну я не знаю. Мне кажется, не змея, а такие норы. Что, чай с шиповничком будем? Прикольный. Ладно, идем дальше. По соснячку. Зима, лучше вот так вот делать такой, допустим, места особо нет, тут листья мокрые, все, снег, надо такой под костер помостик сделать, чтобы это снизу такая сырость не шла, по крайней мере. И так вот ряд можно два, я обычно в два делаю. Вот, а потом сейчас покажу такой, как бывает его костер колодец, короче, так устраивается, такая. Туда я сейчас сухое горючее, потому что мы тут не бушкрафтим, не выживаем. Просто у нас времени нет на это все. Поэтому что мы сделаем? Мы сейчас с этим горючим быстро даже мокрый разожжем, да? Вот так вот. Ну что, ладно. Сейчас я пойду за дровами. Так. Ты что творишь? Свинота такая. Ты глянь, на кого ты похож. Ай-яй-яй. О, сойки разорались. Ой. Я сразу решил картошки нарубать, чтобы видно было. Так, слушай, по картошке на брата у нас получилось, да? Тебе картошина, мне картошина. И слишком много мы взяли фаршику. Ну ничего, зато будет сытный обед. Упс. Так, это картошина мышкам. Жуки-балбесы, мы тут костром нагрели. Они попросыпались, и пауки лезут. Я боюсь, как бы и клещи не проснулись. Вместе с ними. Лазит, лазит. Кошмар. Ура! А, он паук. Тут сразу и охота. Все, жизнь началась. Только тепло, все, жизнь началась. Начали там стрелять. Ну-ка, я сейчас блин сразу привязал. Там тарарарарам там. Так, ой, видели. Мышечки. Опа. Так, и теперь вот этого дела. Фрикадели повылазли. Так это. Так это наша акция, когда в западных фильмах американских, когда у них Рождество, там перед Рождеством, когда они стоят, бывают такие. Ай, волонтеры там, бомжам супчик горячий раздают. Ой. И всем желающим. Не всегда это бомжи. Ай, блин, прямо глаза, иди сюда. О, все, порядок. Спасибо. Обожжешься. Осторожно. А сейчас ты перецепишься через бревно, под которое ты ногу засунул. А давай подержу тарелку, ты усядешься удобно в гамак. Угу. И я тебе это самое. Давай.
Все, вот так. Опа! И тихо. Джинос, кстати, уже похавал, мы это не снимали. И пропагандировали. Неправильную еду. Ну как, есть можно? Угу. На природе оно все. Любой галимый кулинар на природе будет нормально себя чувствовать, никто его не оскорбит. Ай, горячущая, блин. Что у вас там на 19 у нас Святого Николая? Что-то будет в школе? Интересно. А что? Не будет уроков, будут конкурсы. Классно. А 25-го? А, ты 25-го уже все домой, да? Католическое Рождество, и вы стартуете, по-моему. Я лука крупно нарезал, не попадает тебе? Мне в детстве бесило, когда крупный лук попадался. Я так аж дорогот. Фу, я его ненавидел, этот вареный. Он такой вареный, он когда он вкус у него мерзкий для меня был. Всегда. Это мы недавно посмотрели передачу про горловое пение. Мы теперь с сыном прикалываемся. Мы там, правда, между собой то, что на камеру не скажешь, подумали. Ну так, прикалывались, конечно, без обиды всяким тувинцам и монголам. Именно этот стиль, есть же там несколько стилей есть. Один стиль, который я вообще от него офигеваю, как это можно так делать. Когда верхний такой звук, такой причина, что я думал, что какой-то инструмент в рот засовывает, там маленький, заметный. Сейчас вот это все голос. И дальше продолжает пить. Ну это так, чисто прикал. Понимаешь, что все было совсем по-другому, все было более возвышенно и так далее, вот там энергия передается и так далее. Что, Мирославчик, по Чайковскому, да по домам? То, что он копал, это он не зря копал. Мы привязали, потому что охотники вокруг стреляют. Мыша здесь его троллит, она тут вылазила здесь. Но снимать нет смысла, мне не дотянется, короче. А подходить, она сразу прячется. Серенькая такая. И вот он сейчас дергается, потому что прям под носом, он здесь за бревном бегает. Она, видать, тут ее владение. Его троллит, капец. А он дергается и сына, короче, качает. Да? Вот так вот, тынь-дынь. Потому что я привязал к этой веревке. Вот поражает, кстати, у мышей, да? Вот мы сидим, мы вроде бы не молчим. Шумим что-то. Она раз-раз побежала, короче. Как-то они, наверное, глуховатые. Что-то мне всегда казалось, что они глуховатые. Жили, а мой запах, твоя гадость тоже говорит. Ну что, да, дорогущий, ты его, титановая посуда, рассчитана только, чтобы, наверное, ее грели не на костре, а на газовой горелке и на спиртовочке, потому что закоптился он знатно, так я не знаю, раздирать как-то, посмотрим, скорее всего, что будет сложно отдирать. Ой, мы такие сейчас будем пахнуть маме, куртки как повесили, чтобы она завидовала. О, стреляют, вот сто пудов, вот звук не записал, вот сто пудов. Как в прошлый раз там жахали, блин, гаубицы какие-то. Мне слышно, да эта камера не слышит. Да, плюхнул прям на полевую. Так, делаем, вот так делаем, вот так делаем. Чик. Засовываем. Вкусно? Да. Конечно, химию насыпали туда. И вкусно. Так еще ты и ловки с сахаром с горками, а я без горки обычно сыплю. То это не с горкой, она просто большая. Ну что ж, друзья, вот такой у нас сегодня субботний день. Отдохнули мы, отдохнули с собакой, с сыном. 2,5 мужчины у нас такая ПВДшечка получилась. Такая небольшая там. Еще одна мышка, которая... Да, и мышка, быть... которая это, драконила джина. Ну, на этом все. Если понравилось, ставьте лайк. Не понравилось, ничего не ставьте, как я обычно говорю. Вот. Но лучше пишите комментарии, даже если не понравилось. Пишите там гневные, что вот, чему ты ребенка учишь, так далее. Ну ладно, это такое, шутки-шуточки. Да, и подписываемся на канал, если не подписался. И бей в тот колокольчик, вот этот вредный, без которого, ну реально, не видишь новые видео. И то даже можешь не увидеть новые видео, даже если нажмешь колокольчик, если ты не заглядываешь постоянно на канал и не пишешь какой-нибудь комментарий. Хотя бы плюсик нажми, и уже засчитай система, и уже будешь ты точно видеть.
Вот так вот. Такое у нас долгое прощание. На этом, пожалуй, все, друзья. Ходите в походы, как говорит всем известный турист Владимир Чайкин. И да, берите с собой детей. Ну, конечно, недалеко. Нечего насиловать с трехдневными, там, недельными походами малых пацанов. Я думаю, это лишнее. А так, да, хотя бы по чуть-чуть увеличивать. Увеличивать расстояние можно. Я так думаю. Все, пока.